Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Что такое доброта? Доброта – это забота обо всех нуждающихся, не рассчитывая на награду и слова благодарности. Доброта – это когда небольшая помощь может обернуться благим делом, если работать сообща. Это учиться понимать друг друга, несмотря на то, что мы говорим на разных языках. Доброта – это то, что мы создаем с благими намерениями и дарим от чистого сердца. Доброта – это хорошее и уважительное отношение ко всем людям, независимо от их социального статуса и достатка. Доброта – это дарить радость и надежду тем, кому она так нужна. Доброта – это дать тем, кто давно потерял веру в людей, тепло и заботу. Доброта – это вера в сердце, которая помогает сплотиться в работе над серьезной целью. Доброта – это искренняя любовь и желание помочь. Делать добрые дела несложно, сложно жить, не творя добрых дел. Присоединяйся, дари добро. Православная молодежь Казани. Живи, люби, действуй.